Все тайное становится явным. Экс-глава администрации Мариинско-Посадского района признан виновным в совершении коррупционных преступлений. Следствие длилось больше года. Следствием и судом было установлено, что летом 2012 года Юрий Моисеев обеспечил своему подчиненному победу в аукционе по продаже земельного участка, чтобы после приобрести его самому. Кроме того, в ноябре того же года чиновник получил от местного предпринимателя $1000 в качестве спонсорской помощи на празднование 400-летия дома Романовых в Марпасадском районе. Но деньги по целевому назначению не направил, а использовал по своему усмотрению. В июле 2013 года Моисеев пообещал тому же предпринимателю помочь ему одержать победу в конкурсе на приобретение земельного участка площадью свыше 16,5 гектаров в Мариинско-Посадском районе, а в последующем перевести эту землю в категорию земель, предназначенных для дачного строительства. 15 августа 2013 года, после того, как Галочкин, выступавший в качестве посредника при получении Моисеевым взятки, получил часть незаконного денежного вознаграждения в размере 2 миллионов рублей, его действия были пресечены сотрудниками органов внутренних дел. В последующем все действия уже проходили под контролем оперативных сотрудников. И 16 августа 2013 года, когда Моисеев получил эти денежные средства от посредника, он также был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Сразу после этого в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда Юрию Моисееву назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 280 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года. А Галочкину в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф 8 миллионов рублей.